в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история вкратце. Конечно же, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить два слова на английском, три слова на русском, одно слово...